Добрый день, дорогие друзья! Салам алейкум из нашего наидобрейшего Казахстана. Последнее время озадачен вопросом. И вопрос, который меня мучит, ну, как мучит? Не больно сильно, но в то же время как бы я на него не могу найти ответ. Возможно, вместе с вами мы постараемся это сделать, с вами, с моими подписчиками. Вот что я имею перед своими глазами, и вы на фоне остальных батарей. Две тюменские 190-е батарейки, одна выпуск 21 года, а вторая выпуск уже 23 года. Так, а вот видно, да, сентябрь 23 года. В чем у меня стоит задача? У меня закралось такое смутное подозрение, что тюменские батареи либо начали неплохо подделывать, либо же сам завод поменял технологии изготовления вот таких батарей. Только непонятно, на пользу или нет. Я обратил внимание на то, что вот эти вот более свежие батарейки, они не вытягивают параметров своих сновья. И либо на самом, именно вот с такими пробками, которые пошли. Раньше были такие, ну, синие, желтые, ну, именно вот такие пробки под отвертку. Сейчас пошли вот такие пробки. И точно такие же корпуса выпускает еще один тюменский завод. Это Эльф, по-моему, да, Эльф. И мне, у меня такое смутное подозрение, что где-то между Лосем и между Эльфом образовался какой-то цех в Тюмени, который и пытается сделать что-то среднее между Тюменью, между Лосем, который вывозит свои параметры, и между Эльфом, который вывозит, но не всегда. Иногда параметры сильно отстают от заявленных. Из чего складывается мое подозрение? Ну, во-первых, на заводе поменяли. Если это завод, то значит на заводе поменяли дату выпуска вот эта лазерная насечка на другую сторону. То есть с правой стороны начали устанавливать на левую сторону. Это сделано тоже как на Эльфе. Теперь второе. Значит, максимальная масса на старых батареях, на более взрослых, мы видим 50 килограмм максимальный вес. Здесь мы видим 47 килограмм максимальный вес, не более. Но почему-то вот эти аккумуляторные заводы любят вот так вот, не более. Нет, чтобы написать не менее, пишут не более. Но это в первую очередь связано, во-первых, вот мы видим на этом лосе пластины, и если пластины более толстые, чем здесь, количество, блин, я сбиваю со счета, но здесь явное количество примерно такое же, как и здесь, в этих, но здесь пластины более толстые, чем, не знаю, подделка или новая технология, чем в этой батарее. И при, если заглянуть внутрь, вот, вот сюда, на камеру это не передастся, пробовал зондом, но зонд у меня тоже начал плохо снимать, уже камера постоянно в кислоте, и, видимо, поэтому качество там не наберешься. Здесь у нас пластины от и до, то есть заполнено полное пространство банок. Здесь же у нас, я не знаю, видно, не видно вам будет,
Давайте попробуем. Здесь у нас ставится, вот она, видно, да? Вон она, пластиковая распорка. Здесь установлены пластиковые распорки. Так, по-моему, с этой стороны тоже. Да, и с этой стороны, ну, вы можете это сами убедиться, если вам попадутся такие батарейки. Здесь также у нас пластиковая распорка. Хотя корпуса-то одинаковые. Корпуса одинаковые, пластины тоньше. И по количеству, ну-ка давайте я попробую, все-таки попробую посчитать количество пластин. Сейчас возьму деревянную, или, а нет, стеклянную палочку. И попробую высчитать, сколько в этой батарейке пластин и сколько в этой батарейке пластин. При всем при том, вот эта батарея 21 года, вот, ну она после моего обслуживания, эту батарейку привезли мне делать полюсной вывод. Также и здесь буду переделывать. Но эту батарейку я обслужил, и она выкатывает параметры гораздо лучше, чем на этой. Эту батарейку надо тоже обслужить. Но я не уверен, даже при после обслуживания, что она вывезет вот это до обслуживания. Плотность 1,26. Здесь плотность вытащил 1,28 в этих батарейках. И даже с учетом того, что я вытащу плотность в этой батарее, нет никакой уверенности, что параметры будут те, которые заявил производитель. Хотя, когда привозили вот эти батареи тюменские с Новья, после первичного обслуживания 1320 ампер заявлено, некоторые батареи до 1400 ампер вытягивали легко. То есть батареи неплохого качества были. Непонятно, зачем поменяли технологию на ухудшение. Эти батареи, еще раз повторюсь, ну, по крайней мере, у меня ни одна батарея не вывозила заявленных производителей параметров. Еще один такой момент. Значит, ГОСТ у нас здесь поменялся. Вот, если мы видим, здесь ГОСТ 1, 2008, 53-165-2008. Здесь у нас ГОСТ 53-165, но уже 2020. По идее, если эта батарея была сделана в 2021 году, то, естественно, ГОСТ должен был быть тот же самый. Технические условия у нас одинаковые. Что здесь, что здесь. Ну, наклеечки видим, шрифт уже немножко другой. Шрифт также по-другому сделан. И давайте я сейчас попробую просчитать, сколько пластин в этой батарее и в этой, и потом уже постараюсь резюмировать мой вопрос. Могу ошибаться, но что здесь, я насчитал по 15 сепараторов, то есть я считал не по пластинам, а по сепараторам. И что здесь, может где-то ошибся на одну, а может на две, но вроде как насчитал по 15 сепараторов здесь и здесь. Той, лишь той разницей, что здесь пластины намного тоньше и стоят у нас перемычки. Здесь пластины намного толще и без перемычек. То есть пакет у нас как раз укладывается в рамки корпуса, в рамки этой банки. Вот такую хренотень я начал замечать, эти батарейки комбат, которые с танками, без танков. Некоторая часть вайперов тоже идет с такими же перемычками. Но, на удивление, мне недавно привозили вайпер, в которых уложены пластины также от корочки до корочки. И в этих батареях, которых от корочки до корочки, неплохие показатели. Ну, я думаю, что существует, наверное, появились, возможно, подделки, а возможно, поменялись какие-то технологии. Ну, не знаю, технологии принесут какую-то пользу владельцам этих батарей или нет. И
Поэтому, ну, если приобретаете батарейки тюменские, обратите на это внимание. Если вам попадутся вот такие желтыми крышечками, загляните внутрь. Перемычек в этих батареях не должно быть, и пластины должны быть намного толще. Это чисто мои наблюдения. Я к тому, что вот эти батарейки, они намного мощнее, чем, казалось бы, одинаковая батарея, также тюменская. Но, повторюсь, возможно, мне такие варианты доставались. Возможно, какая-то смена там или еще что. Но вот эти батарейки с такими пробками не выдают параметров. Поэтому, друзья, выводы делать вам. Если кому-то известно более подробно об вот этих изменениях, напишите в комментариях, будем давать и будем разбираться вместе. Потому как эти батарейки стоят, хорошо они стоят, неплохо. И в первую очередь вы же, когда платите, я имею в виду покупатель, когда платит деньги, он платит именно за вот эти вот 1320 ампер, которые заявлены, и за 190 ампер, это пускового тока, и за 190 ампер емкости. Ну, я не делаю сливов, я не замеряю, не измеряю емкости. Не знаю, может, по емкости она такая же, 190-я. Но по пусковым токам, давайте это более наглядно. Вот эта вот батарейка 21 года, она после моего обслуживания. Давайте глянем, что она выдает. Батарейка подношена, подуставшая. 2 года батарея отработала. Естественно, она должна сдуваться. Вот 1320 выставили. Видим 83% по соху. Но батарейка только после обслуживания, поэтому НРЦ еще 13-38. Я делаю замер в перерыве между циклами. Сейчас поменяю клемму и буду еще немножко еще поработаю, потому как вы, наверное, заметили, что сульфаты еще у нас есть. Вот они, сульфаты. Хотя они легко отстают. Нам надо еще сделать еще один цикл дозаряда. И показатели, естественно, эти показатели, что мы увидели, они еще улучшатся. Здесь практически сульфатов мы не видим. Блять. А нет, есть тоже небольшой сульфат. И видно, что даже перемычки другого качества. Но эти здесь сульфат, он закреплен. То есть он не отколупывается, он еще твердый. С этой батарейки надо тоже поработать. Большую. Не знаю какую. Но работу с этой батареей мы тоже проведем, дабы ее раскачать. Но до вот этих параметров, я не знаю, вылезет она или нет, до параметров даже вот этой старой батареи. При всем при том, что батарейка свежак. Так, здесь плотность у нас 1,26, здесь 1,28. Но еще точку я с этой батареи вытащу. Сейчас заменю полюсной вывод. Ну, как видим, вот, видим 74% по суху, батарейка 98 и пусковой 1143, 1260 НРЦ, 241 плотность, конечно, сопротивление. Ну, иногда подстегиваю, да, подсвистываю. И после я на 95% я уверен, что даже после обслуживания, после поднятия номинальной плотности в этой батарее, этих параметров я не увижу. Примерно где-то 1250 максимум мы сможем с нее вытащить. А это как раз показатели вот этих эльфов, тюменских эльфов. У них, по-моему, или 1200
максимальный пусковой ток, или 1250. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Кто более внимательно слушал мою несвязную речь, возможно, зададутся таким же вопросом. Возможно, у кого-то появится ответ на вот эти вопросы, которые у меня возникли. Тюменская батарея, тюменские батареи, мною уважаемые. Батареи неплохие. В принципе, при должном своевременном обслуживании и при своевременном, без глубоких просадок, батарейки ходят, неплохо ходят. Ну, в среднем 5, бывает 6 лет. Нет, 5 я, наверное, погорячился, но 4 года батарейки выхаживают без особых проблем. Ну, на этом наш краткосрочный ролик закончен. Всем добра, удачи, здоровья. Друзья, берегите свои батарейки и при покупке обращайте внимание на параметры. Желательно приобретать батареи с тестером, потому что эти батарейки, они даже при отсутствии нормальных параметров, они порвут любую нагрузочную вилку, и по ней вы не сможете определить, годна батарея, негодна. Тестер, я считаю, что тестер наиболее объективен при выборе батареи. Если вы заметите отставание более 15%, даже более 10% по соху, обходите стороной эти батарейки, объедьте магазины. Сейчас особых проблем, дефицита нет. Ну а спешка, сами знаете, нужна в основном при поносе. Поэтому еще раз всем пока, всем добра, всем удачи. И берегите и ухаживайте за своими батарейками.